Ну, вывоз снега. Мы видим все жители города, как активно сейчас вывозят снег. Вот расскажите все, что вы можете рассказать, да? Какие средства на это предусмотрено? Сколько средств уже израсходовано? Куда вывозят снег? Вот смотрите, я скажу, что мы в конце года не очень-то сильно и работали, да? Потому что денежные средства как бы заканчивались на тот момент. А уборка улиц, улицы дорожной сети и тротуаров, она желала быть лучшей. И на тот момент мы поимели несколько представлений от ГИБДД, и в том числе в виде штрафа. Ну, вот. Но с наступлением нового контракта эта подрядная организация приступила как бы с одушевлением по работе на своем, так сказать, объекте. Снег мы вывозим с какой целью? Ну, толщина его составляет на сегодняшний день, ну, до 47 сантиметров. Вот. А мы его наскладировали на территории города очень много. В виде валов, в виде куч, в виде вот захламленных, так сказать, треугольников видимости. И поэтому мы стали это убирать. На сегодняшний день работа идет еще и с тем настроем, чтобы готовиться к паводковому периоду. Ожидается, что весна будет бурная, и как бы мы до середины марта, до конца марта с основным объемом снега должны справиться. И подготовить уже к этому моменту и те проходы талых вод по частному сектору, имеется в районе Шоссейная, там Красноармейская и так далее, Коммунистическая, и кроме этого ливневые канализации по городу, которые имеются у нас. На сегодняшний день у нас по постановлению имеется две площадки, на которых снег вывозится. Снег вывозится с улиц города, а также управляющие компании пользуются этими же площадками. Они находятся, не секрет, за 1965, там на горе, и в районе 6-го кооператива. Что еще могу добавить к этому? На сегодняшний день порядка 34 тысяч тонн снега вывезено, что составляет где-то около 3800 автомобилей. Автомобили по-разному, в зависимости от того, сколько мы имеем техники, погрузчик или грейдер, вот, от 2 единиц до 5 они бывают. Работы в основном переведены в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению, не создавать помехи. Ну и, как вы видите, налицо, как бы, ну, улицы становятся более-менее нормальными. Взять улицу Борисенко, например, где там образовательная школа, вот, ну, почищено, я скажу, неплохо. Также начали убирать по улицам Арбузова по 30 лет, ну и по всем этим связям. Вот такая обстановка по снегу. А вот сколько средств на это предусмотрено и сколько средств, ну, скажем так, уже израсходовано? Смотрите, я обращался уже в депутатский корпус, вот, с тем, что вот средств, которые у нас предусмотрены на эти вещи, их явно недостаточно. Если не выделить через депутатский корпус еще порядка там 5-6 миллионов, то через год, я не говорю, что вот в этот период, а вот в двухлетний цикл, мы подойдем к тому моменту, когда у нас ситуация была вот прошлогодняя, октябрь-ноябрь, когда средства практически были использованы. Поэтому я надеюсь, что если у меня выпадет такая возможность выступить перед депутатами и доказать свою правоту, ну, необходимо корректировку внести, чтобы в последующем мы не имели проблем. Но сколько денег вот уже должны дорожникам за те работы, которые они произвели по вывозу снега? Вот начиная с Нового года практически около 6 миллионов. А сколько предусмотрено? Нету такого, что вот, например, на зимний период предусмотрено 10 миллионов, да? 6. Ну, смотрите, на зимний период, грубо скажу, что предусмотрено, так, у меня где-то было, ну, давайте так, где-то 15-16 миллионов. Если мы это делим на месячный период, то получается где-то мы должны закрывать 2,5, там 2-300. Вот. Если мы будем в этих условиях работать и не будем убирать ни накат,
ни снег. Ну, вы знаете, мы должны как бы стремиться, чтобы у нас дороги были в нормативном состоянии. Вот, чтобы минимизировать дорожно-транспортные происшествия, ну и так далее, автобусные перевозки. Мое мнение, что вот этих средств недостаточно. Ну, это показывают и расчеты, которые у нас есть. Вот. Потом, для того, чтобы сохранить дороги на весенний-летний период, надо как можно больше снега убрать, чтобы в процессе таяния воды на дороге не было. В процессе замерзания, оттаивания, значит, в основном происходит разрушение дорожного полотна. Ну, смотрите, ну, в прошлом году тоже зима была достаточно снежная, даже больше было снега, чем в этом году, но снег так не вывозили. Почему? Ну, я не могу сказать, почему так снег не вывозили. Я в то время не участвовал в этом процессе. Ну, а вот когда вы были руководителем управления городским хозяйством, все равно снег так, как сейчас, не вывозили. Нет, вывозили. Почему? Мы при ДРСУ, когда мы работали, снег тоже вывозился. Вот. Ну, может быть, внимание притупилось по отношению к тому времени. Это, ну, есть же живые руководители, там Олег Березин, там Генрих Александров, с ними можно пообщаться. Они подтвердят, что снег вывозился всегда. А вот то, что касается площадок для вывоза снега, вот если мы возьмем пример города Красноярска, они сейчас снег, который собирают с дорог, с обочин, не вывозят вот так вот на площадки, там либо на полигон, либо они купили установки для таяния снега, потому что это пятый класс опасности. Вы считаете, что в Назарово снег не опасен с дорог, если вывозят в тот же за 19,65? Ну, я не считаю, что он у нас опасен, потому что кроме снега там еще может быть песок, который мы используем в виде противогололедной подсыпки. Но песок не является опасным веществом. А где берут этот песок? Ну, песок этот берут. Я скажу так, что у нас есть сертификат на этот песок. Ну, то есть если у вас есть документы? Документы, конечно, у нас есть. Если вам необходимо их посмотреть, ну, я подготовлю, покажу вам. А вот 1965 мы же понимаем, что там рядом горняк. Если большие объемы снега, горняк не поплывет? Нет, там же наборная канава. И там же болото еще выше находится. Ну, никогда этого не замечалось. Вот снег стаивал и уходил нормально. Ну вот в связи с плохой экологической ситуацией в нашем городе, все-таки город входит в пятерку городов, край с плохой экологией, вот вы не считаете, что нам тоже нужны установки для таяния снега? Ну вот смотрите, здесь тоже как бы двоякая трактовка. Вот если взять отдельно СНИПы по водоснабжению и водоотведению, то сбрасывать в канализацию, ну, как бы не рекомендуется и просто нельзя. Как поступил Красноярск и почему там все разрешилось? Мы купили плавильные установки и сбрасывают все в канализацию. Ну, это вопрос. Вот. Но потом это очень дорогостоящее оборудование. Там вот я помню тоже Еремин, он выступал по телевидению и сказал там даже несколько, около даже 10, ну, если не вру, там 5 или сколько-то миллионов за одну установку. И то это как бы не новые установки, а уже бэушные проведенные. Вот. Ну, у нас пока достаточно того, что мы имеем эти площадки для снега. Теперь еще один последний вопрос, касающийся снега. Вот в городе ходят слухи, информация даже обсуждается, особенно когда видят, что убирают тот же снег, о том, что сейчас мы живем в такое время, когда вот-вот там придет новый глава, да, и неизвестно, как этот глава отнесется к той же компании, которая сегодня убирает и содержит дороги. Именно с этим связывает то, что сейчас снег активно убирает, чтобы выбрать деньги по контракту, а затем, ну, бросить все, новый глава пусть решает эти проблемы. Вот это так? Ну, давайте, я это комментировать просто не могу, потому что мы просто занимаемся своим делом. У нас есть контракт, по нему мы и работаем. А что там подумает новый глава, я не ручаюсь судить.